Связь через интернет установлена. Други мои, дорогие ютуба-канал «Армейцы», вы все, конечно, знаете, что по своей основной профессии президент Украины Владимир Зеленский – комедийный актер. А начинал он в любительском театре КВН. Я думаю, что сейчас никто не помнит, что выбирали Зеленского украинцы как милого, симпатичного парня, ничего не понимающего в политике, но своего домашнего, неглупого и мирного. Брутальный Порошенко всем надоел, надоела бессмысленная многолетняя война. Война на Донбассе. Непонятно кого, непонятно с кем и непонятно за что. После прихода к власти Зеленский вдруг заявил, что его не совсем так поняли. Надо завершить перевооружение армии и раздавить Донбасс, чего бы это ни стоило. А для этого надо вступить в НАТО, создать свою атомную бомбу и так далее. Ну, вы все это видели и слышали, напоминать не буду. То есть украинский народ спросили, мир или война? Он ответил, мир. Хорошо, пусть будет мир, но сначала война. А кто в этом виноват? Виноваты украинцы. Они же сами проголосовали за Зеленского. Вот такие обознатушки-перепрятушки. Давайте внимательно посмотрим, что произошло на Украине непосредственно перед большой войной, которая, как недавно сказал Зеленский, обязательно закончится войной мировой. Итак, Зеленский из КВН. Это вовсе не так плохо, как может показаться на первый взгляд. КВН – это система студенческих клубов, разрешенная во время хрущевской оттепели. Затем ее прикрыли, а в начале перестройки снова разрешили. Оттуда вышло много известных людей, в том числе политиков. Например, капитаном институтской команды КВН был Геннадий Зюганов. Такого рода система в 30-кратном размере существует на Западе. Оттуда добрая четверть западных политиков, а в Англии и того больше. Это разновидность студенческих ферайнов со своей системой инициации и своими ритуалами. В большинстве случаев это не собственно масонские ложи, а переходная ступень – масонский комсомол. А еще ниже для детей масонские пионерские организации, прежде всего скауты. Масоны любят нагнетать нуар, но ничего сатанинского и вообще потустороннего там нет. Это молодежные клубы, иногда с политическим оттенком. Такими клубами и были команда КВН в 60-х годах. Они были очень политизированными. Молодежи из престижных вузов там дозволялось многое. Например, команда могла выйти на сцену, то есть в многомиллионный эфир, катя перед собой тачку в виде трубки, из которой выскакивал капитан команды. И все понимали, что это пародия на Сталина и его людоедство. Или там в рамках конкурса, что бы это значило, рисовали товарный вагон с римской цифрой 20. И все понимали, что это 20-й съезд, делегатов которого скоро повезут в Столыпинах на Колыму. Разумеется, народ ничего этого не замечал, это было развлекательное шоу, но те, кому надо, понимали. Понятно, что так развлекались студенты престижных вузов и дети высокопоставленных родителей. В команде КВН кулинарного техникума таких изысков не было, и ребята там вообще не отдавали себе отчета, а что это такое – клуб веселых и находчивых. Им казалось, что это какая-то разновидность клубов рабочей молодежи. А вот на Западе, что такое КВН, знали прекрасно. ЦРУ сейчас квалифицирует КВН как национальную и даже международную систему молодежных ферайнов, угрожающую национальной безопасности США.
Например, в 2016 году был подготовлен соответствующий документ Центром стратегических коммуникаций НАТО, фрагменты из которого можно найти в Википедии. Тут у ЦРУшников глаз наметанный, потому что документ составляли люди, входящие в систему таких же КВНов, только гораздо более мощную, и входят они в такие структуры не одно-два поколения, а поколений шесть. Так что в назначении зиц-председателем Украины КВНщика нет ничего особенного. Наоборот, этот ход мысли для Запада тривиален. Это понятно. Но я хочу обратить внимание на другое. Зеленский привел во власть свою команду, а его команда состояла из таких же КВНщиков, как и он сам. И он назначил главой тайной полиции Украины своего товарища по клубу веселых и находчивых Ивана Баканова, который до этого не имел никакого отношения к органам и даже не имел воинского звания. Одновременно министром внутренних дел был назначен другой КВНщик Денис Монастырский. У него, правда, есть профильное юридическое образование, провинциальное, но он никогда не занимал никаких должностей в МВД. Ну, я не буду особо заострять внимание, что он, например, рарихнутый. Там, собственно, на Украине все такие. Если говорят, что поляк – это профессия, то украинец – это отсутствие профессии. Шарлатан. Но само занятие такой должности, ее должен занимать человек реальный. Тем более накануне большой военной операции. Для сравнения, Монастырский сменил Авакова, армянского душегуба, который сидел на своей должности много лет. А Иван Баканов, хорошее украинское имя и фамилия, сменил на посту главы безпеки кадрового генерала Василия Грицака. И вот здесь мы видим совсем другой коленкор. Такими вещами не шутят. Я, как вы понимаете, дозирую информацию в наших информационных бюллетенях. Но подумайте на досуге, а зачем это сделано и кто на самом деле управляет Украиной, которая под руководством КВНщиков готовила масштабное вторжение в Донбасс, а теперь уже месяц, не сходя с занятых рубежей, ожесточенно сражается против огромной России. Согласитесь, концы с концами тут не сходятся. Оставайтесь с нами. До новых встреч!